Здорово! Здорово, ребят, здорово! Как дела? Нормально, брат. Как дела, ребятки? У меня все клево. Слушаю 50, и мне клево. Четкая музыка, такая же четкая, как мои подписчики. Как вам кепочку сегодня купил? Прикольная кепка, мне так нравится. Блин, стою на Ленинском, пробка просто жопская. 6 вечера, это, you know, 6 вечера, you know, in Moscow, это kind of Chesapeake, you know? А Chesapeake это всегда жопа. Yeah, you know, awesome. У меня очень хорошее настроение, потому что сегодня много чего классного произошло. Например, я снял вайн, и я покачался. Это все, что произошло сегодня, но вайн зашел, тренировка удалась. Еще, честно говоря, очень хорошее событие произошло. Мне девочка в Инстаграме написала, она нашла котенка. Девочка нашла котенка, очень красивая котеечка, маленькая совсем, черненькая. И она попросила меня, чтобы я кому-то пристроил, потому что у нее не получается взять, а ее просто выкинули, она там умирала. Причем в шахту лифта эта котеечка несчастная попала. И я разместил пост ВКонтакте, типа, ребят, давайте поможем. И кто-то из моих подписчиков откликнулся. А я этой девочке сказал, если кто-то из моих будет подписчиков, ты мне скажи, если она согласится взять, я к тебе приеду, возьму котенка и отвезу его сам лично, вручу. Вот, и по ходу дела девочка нашлась, она приедет посмотреть котенка, а потом я сделаю ей сюрприз. И хочу вообще видео снять, потому что прикольно, мне кажется, будет. Что скажете? Кто я? Да я чувак веселый, такие вайны снимает, знаешь? Ну, жизненно, иногда смешно, иногда не очень. Ничего особенного. Ребят, кто-то попросил замутить разгон до сотки. Ну что ж, сейчас буду... Шилов, здорово. Здорово, братан, здорово. Сейчас буду разгоняться, вы видите. Короче, вы поняли, в какой я жопе нахожусь. То есть, горел зеленый секунд 30, и мы вот только сейчас поехали. Светофоры очень жестко вот держат Ленинский. Но я чем люблю Ленинский? Во-первых, здесь камеры на скорость, практически нет камер, поэтому можно втапливать жестко. Главное, на автобуску не залетать. То есть вечером я здесь люблю покататься. И все, больше мне не за что любить Ленинский. Еще качалка моя на Ленинском находится. Вот такие вот пирожочки, братья мои, сестренки. Скоро будет фан-встреча, отвечаю. Давайте в апреле замутим фан-встречу. Обязательно пропускайте вот таких граждан, обязательно, потому что пешеходы всегда преимущество. Фан-встречу давайте замутим в апреле. Потусуемся, потрещим, пофотаемся. Без фанатизма только. Вы мои друзья, я ваш друг. Да обычный 6-й айфон у меня. Обычный 6-й айфон. Я больше ни на что не заработал. Я ленивый как слон. Самогон. Бибигон. Как там рэп сочиняют? Бибигон. Бибигон, хлещет самогон. У меня обычный айфон, потому что я ленив как слон. Вот так.
пики. Я мог бы, кстати, рэп читать по стёбу. Lamborghini. Кота не взял, потому что... Я не потяну кота. Хочу кота себе, хочу, но... Блин. У меня предстоит лето разъездов, и я боюсь, мне некому будет просто оставить малышку. У мамы у нас уже есть кот, а у бабушки теперь собака есть. Bitches, is how we do. Слышаю эту песню. Микусята, Микус, что? Микусята. Бриться когда буду? Ну, давайте. Вы мне говорите, типа, Пашок, ну ты уже как чурбан, реально. Ну что ты? Ты же русский, ты чё? Ты чё под кавказцы косишь? Ты чё? Давай брися по-братски ли. Ну все, я такой, окей. Нормально лишь побриться? Я не понимаю. Скажите мне, вы же мои зрители, вы знаете, как лучше по кайфу же езжу. Домой Пашка едет, домой. Опа! Элита едет. Элита. О! В первый погожий сентябрьский денек робко входил я под светлые своды. Первый учебник и первый урок. Так и начинается. Я не знаю, что... У меня тут такая трешатина, ребят, вы бы знали. Такая трешатина на этой флешке. Все подряд, короче. О! Ладно, слушайте, пацаны. Только поймите меня правильно. Бригада! Что, никто из вас не знает, что ли? Ну вы даете. Да, ребята, ну вы даете. Я в шоке. Всем передаю привет. Всем. Всем. Так, топ, важный вопрос задала Лизон. Значит так, Лизон. Лизон хочет у нас купить машину и не знает, какую ей лучше взять. Audi или Mercedes. Лизон, хотелось бы услышать, какой бюджет. Это важно. Честно я тебе скажу, Лизон, на новые машины сейчас цены... Ну вот реально, просто жесть, ребята. На все сейчас марки, на немцев сумасшедшие цены. И с апреля еще будет подорожание. Хотя курс доллара вроде снижается. Это просто ад. К слову, вы не поверите, наверное, но, например, новый, вот сейчас самый новый E-класс вышел. Новый E-класс 200 в максимальной комплектации. Знаете, сколько стоит? 6 миллионов. Вонючий Е200, не АМГ.
6 мультов. Нормально вообще? Вот. Мой Мерседес раньше стоил 3 мульта, сейчас стоит 4 мульта. Короче, вот. Так что смотри сама. Моя сейчас машина стоит 4 мульта где-то.